Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие и уважаемые подписчики. Дыня, да, вот такая дыня, прекрасная. Стоимость ее, вот посмотрите, сколько она стоит. Без очков, конечно, не вижу. Но 51,47. Килограмм стоит 14,40. Видите, вот цена. К чему это я вам говорю? Неспроста. Сегодня с этой дыни вкуснейшей я хочу приготовить дынные цукаты. Вы обращали внимание, сколько стоят цукаты из дыни? Вкусные, настоящие. Намного, намного дороже, чем 51 гривна. Это меньше, извините, 2 долларов. Что я сегодня сделаю? Дыня пока у меня здесь полежит. Я взяла 2 стакана сахара. И эти 2 стакана сахара разбавлю сейчас. Добавлю сюда стакан воды и сварю сироп. Просто сироп. Пока сироп будет закипать, извините, я дыню очищу. Но вы это все будете видеть. Какая она ароматная, какая она хорошая. Получается у нас 3 килограмма 570 граммов дыня. Когда будут цукаты готовы, взвесим, я вам скажу, сколько получилось цукатов. Вот получилось, сколько у нас водички. Сильно не перемешивайте, чтобы на стеночки не попадало, потому что когда будет кипеть, там будет карамелизироваться. Все, растворяю этот сахар. Конечно, лучше все это варить, сливать в миске. Но у меня такой миски нету, поэтому буду все это выкладывать в кастрюльку. Так, дыньку сейчас я разрежу пополам. Ой, какая она сочная. Амал, по-моему, называется этот сорт. Так, раз. И опа. Семечки можете собрать, посадить, если у вас огород есть. Так, это все выбрасываем. И обычно нарезать будем. Аж слюна у меня потекла. Настолько она сочная, эта дыня. И вот я отрезаю такие скибочки. Не сильно тонко. И не сильно толсто. И вот так обрезаю кожуру. Эта дыня очень вкусная. Если у вас другой сорт, попробуйте. Зеленая, вот эта, которая идет на шкурке, использовать не надо, оно невкусное. Но эта дыня сладкая возле кожуры, видите, вот я срезала очень-очень тоненько. А ну-ка, давайте попробуем. Видите, одинаковый цвет у меня. Нету, что возле кожуры, у меня здесь зеленый. Одинаковый. Просто мед, просто. Теперь я еще разрежу вот так, чтобы не сильно толсто. И вот такими вот такими кубиками нарезаю дыню и отправляю сюда вот в кастрюлю. Мед, просто мед. Вот смотрите, какая толщина. Вот я так вот поддела. Ну, здесь это не очень важно. Здесь как вы будете, как вам нравится. Обрезайте как хотите. Я режу так, вы режьте по-другому. Все. Видите, даже очень до этого, потому что краешки можете кушать пополам. Зачем? Чтобы сохло хорошо, потому что будет, если сильно толсто, долго будет очень сохнуть. Все. Нарезаю дыньку. Я очистила дыню, этот кусок остался, потому что я уже наелась, я краешки эти ела, а Саше понесу, он любит дыню, она очень-очень вкусная, то есть вот 1/4 дыни у меня осталась. Так, смотрю, что у меня там с сиропом, он кипит, значит, я его снимаю и заливаю дыньку, вот так проливаю, еще сахарка немножко осталось, сюда его. Все. Это не надо мыть, потому что немножко дыня остынет. И вот так она усядется. И мы сольем. И еще раз закипятим. Но я вам все это буду показывать. Пока дынька стоит. Ничего, не переживайте, что вроде бы не полностью в сиропе. Все будет хорошо. Так, смотрите, уже подостыло. Я сейчас сюда вылью. Я 2 раза. Вот сейчас залью это этим сиропом 2 раз. Потом уже ничего выливать не буду. Буду просто прогревать. Постоит у меня часика 1,5 до полного остывания. Уже и так видно. Видите, сколько стало сиропа больше. Потому что дыня отдает свой вкус, ну, свой сок. Потом я его буду прогревать.
И пока вот так вот, ну, раза 3-4. Потом на сито, все точно так же, как я делала вишневый изюм. Так, я придержу вот здесь. И вот сливаю этот сироп. Ничего не разваливается, не переживайте. Видите, все целенькое. Закипячу сейчас опять маринад. Так, все, сироп у меня закипел. Я заливаю этим сиропом дыню. Вот так. Все, видите, уже дыня полностью. О, ничего вам не видно, извините. Извините, все. Дыня уже полностью в сиропе, она уже вся покрыта. Оставляйте ее на 1,5 часа и пусть она себе стоит до полного остывания. Видите, вся дыня уже в сиропе. Дынька остыла, я поставила на плиту и включаю огонь. Как только начнет закипать, выключаю и опять оставляю на 2 часика. Дыня хорошо должна пропитаться вот этим сахарным сиропом. Видите, он собирается. Шарики уже вот-вот уже кипит прямо. Все, выключаю. Не надо допускать до бурного кипения. Все, и пусть стоит. Прямо тут же на горячей конфорке пусть стоит. Пусть дыня впитывает в себя сироп. Смотрите, какая дынька стала. Вот она постояла у меня ночь. Я добавила сюда еще 1 стакан сахара, то есть на стакан воды 3 стакана сахара. Закипятила и сразу отключила. Посмотрите, какая она. Она уже стала прозрачной. И этого достаточно, не надо сильно. Вот некоторые говорят, ой, нужно, чтобы вот этот сироп прямо тянулся, чтобы... Нет, это уже она будет переварена, достаточно. Сейчас это все я солью на сито. Смотрите, сколько получилось этого сиропа. Я поставила на эту же кастрюлю, и пусть вот так стоит, пусть стекает. Не бойтесь, оно ничего не поломалось. Вот такая дынька, вот она так кусочками держится. Все это нужно будет выложить на сито. Или на марлю. Ну, как обычно. В тот раз я использовала сито для песка. Этот раз я буду использовать вот такой ящик пластмассовый. Видите, тут дырочки хорошие. И вот такой гординкой, можете марлечкой чистенькой заслала. И вот сюда буду выкладывать вот так уже кусочки дыни, которые немножечко уже стекли. Вот так. Ничего, видите, вся она держит форму и отправляю на чердак. Даже не буду здесь, можно немножечко, но на солнце не ставьте, не надо. Даже если вы на балконе это будете делать, то поставьте так, чтобы открывалось, проветривалось, конечно, но чтобы прямые лучи не попадали, мои хорошие. Все вот так выкладываю, и цукаты с дыньки будут замечательные. Все видите, он сколько стекло сиропа. И вот как дынька выглядит. Видите, целый этот ящичек получился. Пусть пока постоит здесь немножечко. Ну, понятно, что если у вас мухи, то заносите там, где нету мух. У меня здесь, видите, продувается, вот шевелится эта гипюрка. Пусть немножко продуется здесь ветриком. И потом я на чердак. И буду вам показывать постепенно, как оно будет меняться, уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. Сильно густо не ложите, чтобы были вот такие вот расстояние между кусочками. Все, теперь нам остается только ждать. Такая вкуснятина готовится очень быстро, но затрат, ну, дыни я купила. А у кого дыни есть дома, так это вообще все бесплатно, кроме сахара. И пусть себе сохнет. Лето теплое, почему бы не поделать там заготовочки на зиму. Быстро все показываю вам. В холодильник у меня был вот этот вот сироп, в котором я варила, заливала дыню. И вот из этого сиропа мы приготовим вкусный такой джем дыневый. Вы понимаете, что дыня, она имеет такой аромат. Но уваривать нету смысла, там ничего не останется. Поэтому я налила вот холодного этого сиропа из дыни. И столовая ложка агар-агара. Вот сюда я высыпаю, перемешиваю. А этот сотейник из основным сиропом дыневым ставлю на плиту и довожу до кипения. Так, выключу вытяжку. Видите, закипает уже. И сейчас я беру агар, который растворился. Смотрите, полностью.
перемешиваю. В магазинах сейчас продается агар. Ради такой вкуснятины стоит его купить. Вы спрашиваете, можно ли заменить крахмалом? Ну, конечно же, нет. Крахмал будет подходить водой. И долго стоять с крахмалом не будет. Там много надо консерванта туда добавлять. А здесь нет. Здесь много сахара, сахар, консервант. Так. И сейчас закипает. И мы разливаем его по баночкам стерилизованным. Конечно, такую вкуснятину я советую разливать вот такие маленькие баночки. Специально стерилизуйте, покупайте из-под соуса. Потому что это очень вкусно вот в такие баночки. Вот. Но если не хватает, то пол-литровые. Это очень вкусно и очень приятно, когда вот сейчас очень модно, когда приходят гости, дать подарочек, вот такая баночка манюсенькая, перевязанная ленточкой. И это так красиво, в кулечке, это очень красиво. А почему бы и нет? Почему мы привыкли дарить только шоколадные конфеты, коробки с конфетами? А почему бы не подарить баночку вот такого, я не знаю, как правильно это назвать, джем, не джем, конфетюр. Дынового конфитюра. Красота. У меня это будет как для подарка. Вот еду к кому-то в гости, манюсенькую баночку для пробы. Знаете, как говорится, как наживка. Вам нравится? Значит, готовьте. Смотрите видео и готовьте. Закипает, прокипит минут 5-7, 5-10 и будем заливать в банки. Я положила сюда половник, чтобы он простерилизовался. Наливаю, разливаю по баночкам. Пока это все жиденькое. Если вы хотите, чтобы у вас был как мармелад, чтобы резать ножом, добавляйте на это количество 2 столовые ложки. Я 1 столовую ложку такую хорошую. Здесь у меня где-то, наверное, будет 1,5 литра. А может, литр с копеечками. Вот наливаю. Я наливаю полную-полную. Не знаю, как кто там рассказывает. Я наливаю полную-полную. И закрываю крышкой. Все, разливаю весь вот этот наш конфитюр дыневый. Ну вот, 3 баночки получилось. Одно плохо. Ну ничего не осталось, чтобы потом попробовать. Ну поверьте мне, что это будет настолько вкусно, что даже сомневаться здесь не стоит. Вот оно пока жиденькое. Потом я вам покажу, какое оно станет.